В Твери на бульваре Радищева завершили работы по ремонту дороги и тротуаров. Нанесена разметка, установлены искусственные неровности и дорожные знаки. Возобновлено движение автомобилей. В связи с окончанием работ с 4 декабря на бульваре возобновится работа зоны платной парковки. Водителям следует обращать внимание на дорожные знаки 3.27. Остановка запрещена. Парковка машин на бульваре разрешается только вдоль тротуаров на правой стороне проезжей части. Нарушение влечет за собой штраф в размере 1000 рублей и эвакуацию транспортного средства. В городской администрации напомнили водителям новую схему дорожного движения в связи с установкой светофора на пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева. На зеленый сигнал автовладельцы могут выезжать с бульвара Радищева во всех направлениях, в том числе прямо.